Всем привет, дорогие друзья, с вами LG. И как вы знаете, я помимо того, что веду свой канал на YouTube, я также как-то увлекаюсь немножечко Java-программированием, и, соответственно, я написал даже небольшой мод для игры Minecraft. Те, кто со мной давно, те прекрасно об этом знают, вот, а кто не знает, ну, теперь узнаете. Вот, то, что изначально мой канал был по Майнкрафту, потом я немножечко перепрофилировался, но желание писать мод никуда не делось. Именно поэтому, так скажем, я продолжаю все еще его делать. Ну, последнее время я уже, конечно, забросил, но мне бы было намного приятнее делать мод, если бы у меня был ваш фидбэк, дорогие друзья. То есть для этого вам необходимо что сделать? Вам необходимо сейчас перейти вот по этой ссылочке. Она будет в описании. Скачать вот эту последнюю версию Mushroomcraft Beta 0.9.5. Это версия 1.7.10. Это никого не заставляю, просто вот прошу, кто хочет добровольно помочь, потестить мне мой мод, чтобы мне, потому что с фидбэком, узнать о багах всяких разных, проблемах, лагах, вылетах, крашах моего мода, было бы намного удобнее, если будет тестить сразу много человек, а не я один. Вот. Короче говоря, заходите вот сюда вот, скачивайте вот эту версию, после чего также переходите по ссылке в описании в беседу, вступайте, которую я создам. Вот, в эту беседу вы смело можете закидывать все, что находите. То есть нашли какой-то баг, лаг или что-то еще. Вот просто скачивайте мод и играйте онлайн. Я буду следить за вами всегда. У меня есть интернет и на телефоне, и на компьютере, поэтому я всегда онлайн и могу следить за вашим фидбэком. То есть вы не зря будете. Вы сидите, играете просто, развиваетесь. Вот. Я дам первоначальную инструкцию в беседе, там голосовой записью, что и как делать. Вот. А вы в то же самое время будете играть. Вот. Можете также в эту же беседу задавать все вопросы. Как что крафтить, что делать, какие вообще там есть вот такие вот, так скажем, нюансы мода, да? Вот, я вам все расскажу, все объясню обязательно. Вот, лишь бы вы мне помогли протестить мод, и чтобы я мог продолжать его делать уже без багов, безо всяких. В общем, дорогие друзья, давайте, переходите, заходите, я буду вас всех ждать. Каждому, кто мне поможет, я обещаю, я вас не забуду никогда. Все, на этом, дорогие друзья, все. Спасибо за просмотр. Я жду вас в беседе. Всем пока.